Russian hunting. Давай, вперед, пошла. Тут вода, буханка засела на брюхо. Я без навигатора, я с ним пойду, около навигатора есть. Где ты пойдешь? Идешь с Ванькой, иди здесь. Хочешь с Ванькой там сходить? Ну, пойдем с тобой. Со мной? Да. А? Да. Ваня, заходишь здесь, а получается.
и туда вот, где машина была, тебя аж отмечена осталась. Угу. И вот на тот угол тогда тяни тогда. Иди скорее, моя хорошая, иди сюда, моя рыбка. Иди, моя умничка, иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Иди, иди, моя рыбка, молодец. Ты моя рыбка, пошли. Иди сюда. Пошли, вперед. Когда елозит, уже нахуй поздно бежать. Так вот. Он бежал хоть ошейник забрать. Я тебе аромат подарил. Первая полайка чья была? Они вдвоем там, но скорее всего их нет. Серая, по-моему, да? Первая, потом Ромаха. Потом Ромаху, а Миху я что-то вообще не слышал. Не лаял, да? Он со старта отстал. Со старта хотел с буксами. Пока разгазовался. Так, что-то мы как... Вовка, ты куда-то, по-моему, да, наоборот сюда. Навигаторы тут. Там еще УАЗик не вытащен. Не вытащили еще? Раз не вытащили, а то все УАЗ обгоняли. Ну да. Михаил, молодец. Три выстрела, да, он? Четыре, по-моему. Два раза в год. Четыре, наверное. Я вообще только три слышал. Раз, два, три, четыре, пять. Пятым он добил. Пять выстрелов. Да? Ну, может быть, пять. По крайней мере, пять.
тебя, говорит, промазали, на нас идет. Вон лежит. Рога. Хорошие рога, бля. Обосрал тебя, брат, охота? Да. Нет. Да. Ну чё? Сама. Поле. Блин, я тут у тебя не знаю. Рашист. Да нет, это самое. Он будет здоровый. Не маленький, не небольшой. Ну, брат, надо сфотографировать, брат. Да ща пофоткаем. Надо, да? На, смотрим. Отлично. Так, теперь. Иван, на... ну-ка сделай красивый, Иван. Теперь на нормальный. Да? Возьми. Давайте этот, застыньте. А где ромаха-то? Спрятал. Вытащи ромаху-то. Спряталась-то. Карабин надо достать, нет, видно его? Не видно, блядь. Ты просто загонщик без ружья. Жилетки, блядь. Вот это же закон. На рак, блядь, положи. Во. Что-то... Давай, давай, давай. Чё, две такие отрубишь, чтобы под кусили лежали. Да, да, тоже. Одна точно. Навка, иди сюда. Бля, во, блядь, номера, да, блядь, гонишь, а они, блядь, спят. Гончак лает, блядь, и бежит. Ну, собаки уже, короче, были лайки здесь. Да. А мы с тобой шли, он стоял. Я думаю, во, откуда он тут, нахуй? Такой рыжий, блядь. Я думал, я уже уравновешен, ни хрена. Так, ну ты расскажи, доктор, что произошло-то вообще? Что ты видел? А произошло то, что я убедился, что, оказывается, еще нервишки-то у меня пошатывают. Пошатывают? Я как увидел выходящим из леса, он так вот вышел, вот так вот. Я как увидел рога. Слушай. И сразу вот так вот встал и начал стрелять. А ну куда ты торопишься, он на нас идет. А далеко был-то? 20 метров. Так, и ты два раза шмальнул, да. И не понял, попал или нет, не да? Понял. А по ощущениям вообще? По ощущениям не попал. Да у тебя драйва просто прибавилось, так. Нормально, бывает. Адреналинчик. Это на французский коньяк накладывается. Не, ну он просто на нас шел, реально. Просто у меня щелкнуло такое, что я думаю, увидел он меня или нет, не развернется ли он опять в лес. Вот у меня что, Андрюха, я из-за этого начал стрелять. Нет, там собаки гнали. Так а ты видел, Андрюха? Рядом более в 5 метрах было. Он идет головой и рогами. Я думаю, сейчас выйдет открыто и будем смолять. Собаки-то его все равно гонят. А я только голову поворачиваю, и Серега уже стоит, все, нахуй. Что про меня вот? Так, Михаил, а вы расскажите, что вы видели, что произошло? Короче, лежу я, подпускаю на живот реально на земле. Слышу выстрелы. Я подрываюсь. И слышу, что лось, короче, идет по кромке вырыба. Ну, от меня далеко это. Короче, я побежал, 100 метров пробегаю, вижу, он там мельк-мельк выходит тут на чистую. Вот, три раза его. Слушай, ну, два по-чистому, а один раз уже через кусты. Не добежал бы, конечно, не взял бы. Вот он пробежал, здесь вот сколько, 20 метров. Молодец. Четыре ты выстрела сделал? Ну, четыре. Четвертый я добил. Вовка, 4. 5 ты не мог слышать. 4 выстрела. Я же говорю. Я 3, а потом... И контрольный, и вот четвертый. Не, ну я слышал, доктор первые 2. Не, ну мы эти не считаем. Доктор 2, если... Потом 2, блядь. Тогда 6. Я говорю, потом 2 громких, я думал, что не ружья был. Стреляет, а это оказывается он. Да, и 3 было там, слышал, 3 подряд было, правильно? Оп, 3. 3 подряд было. Я 3 подряд стрелял. Не, я слышал только 2. А потом, я говорю, слышал еще такой наш, уже вот последний раз. Ну, с тобой периодически, то встанем, то сядем, я вижу. Ты меня видел, да? Нет, я видел, это я уже, блядь, походил, потом пошел, да, короче, лег. Ну, понятно. Ну, он шел хорошо, да? Так, БТР приехал. Спокойно, потерял, аккуратно. Короче, Руслан сказал, знаешь что, Валера, уехал, вставай. А что, не получилось, да? Да едет, да вон сзади едет, слушай. А что, дернул Руслан? Красавчик. Я так не увидел. Как ты здесь вовремя оказался? А что? Охотники с гончими какие-то. Если тебя сфотографировать, как ты меня, через кусты? А ты меня тоже через кусты сфоткал. Вот эти нижние, блядь.
снизу нас. А он мне вообще, блядь, через эти... Потому что Ванька стоял портретом. Так, ну что, поздравляю. Спасибо. А собака первый раз видит вас или нет? Не, не первый раз, уже видел. Если ты же видел уже, они так сейчас... Не хотел, нихуя, блядь. Ты когда свободен, я всегда спать лягу, слушай. Мне нужно запасаться энергией. Потому что когда люди рядом, да? Когда люди рядом, да. Красавцы. А этот не понял. Давай на дорожку выйдем. Давай на дорожку. Чуть-чуть. Все, следующие выходные я в загон. Молодец. 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 Мявка, иди сюда, не мешай. Давай. Пойдем бумажки заполнить. Это все щи, блядь. Это все щи, кстати, да. Слушай, ну если бы не приехать в гости, мы допили курвазе, мы бы еще открыли виски, потом и начал свой пить. Коня-то в машине подтянуть. О. А таскать-то его чего потом? Что таскать-то? Нет. Шерпом подъезд. Так потом будешь его этого, блядь. Russian hunting. Давай, давай, давай. Еще. Еще. Еще давай. Машина. Еще вытаскивай, но он лежит под кот. Так. Лицензия закрыта. Че, Руслан, как настроение? Отлично, отлично все? Отлично. Классная охота, да, получилась? Да, сегодня погода хорошая. Прям порадовало, да? Да, туманчик лес был. Лес красивый. Лес вообще офигенный. Вчера смеялись, а сегодня уже ножами. Не зря смеялись. Да. Так и надо отдыхать. Вчера, да, Павлик повеселил. Павлик умеет. Павлик может. Быстро ко мне иди вперед, залазь. Залазь вперед. Вперед. Давай вперед.